Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики нашего канала. Итак, сейчас лето, июль, эксплуатация нашего продукции, нашего производства вовсю идет. Ну и зима не за горами. То есть мы решили провести конкурс. Конкурс творческий. Что это за конкурс? Мы решили провести конкурс с большим призовым фондом. Это конкурс на видеообзоры о нашей продукции, о ее использовании на природе. На рыбалке, в турпоходах, ну, где угодно. Вы там разберетесь сами. Итак, конкурс ведется сейчас. Результаты конкурса, длительный конкурс будет. Результаты конкурса мы озвучим 15 декабря, чтобы человек, возможно, успел перед Новым годом получить свой приз. Но это еще не все. Смотрите, ребята, условия конкурса будут все описаны в описании под видео, поэтому ознакомьтесь с ними хорошенько. Ну, основное, что если у вас нет видеокамеры, вы снимаете на телефон. То есть многие привыкли там для инстаграмов, для тиктоков снимать вот так. Все видео должны быть обязательно, показываю, сняты на телефон горизонтально. Ну, это будет в описании, но на всякий случай. Все должны быть сняты горизонтально. Итак, что у нас будет? Вы присылаете нам на электронку, в описании все будет написано, на какую электронку вы присылаете свои видеообзоры. Сразу предупрежу, что ваши присланные на конкурс видеообзоры станут собственностью компании. То есть у нас будет право размещать их как на своем канале на YouTube, так и размещать видео в социальных сетях, допустим, ну, у нас ВКонтакте группа, в Телеграме, то есть мы вправе размещать там. Плюс на рыбацких форумах, то есть это остается право за нами. Ребята, смотрите, что еще надо. Видео должно быть обязательно, вы должны быть на YouTube зарегистрированы. Видео должно быть на вашем размещено видеохостинге на вашем YouTube канале. После этого вы присылаете ссылку нам на почту. И мы занимаемся обработкой. В декабре мы своей комиссии предприятия выберем, ну так как у нас сейчас 7-летие предприятия, мы выберем 7 победителей. Вот так вот покажу. 7. Итак, озвучим. Что же у нас будет в призах? Первое место, кто победит, будет наша палатка-баня, которую можно использовать и как зимнюю палатку. Ну, фотографии, видеообзоры вы ознакомитесь, посмотрите. Второе место. Это печь банная Септерма. Именно банная. Третье место. Это печь дровяная Стандарт для отопления палаток. Четвертое место. Ну, с нашими раскладушками многие знакомы. Будет раскладушка. Наша стандартная раскладушка. Размер. Почему мы сразу не указывали. Мы размер согласуем с победителем. Какой ему нужен. Может, ему там 2,05 не нужна, она в палатке не входит. А он ростиком небольшой, ему 175 будет за глаза. Или же наоборот. Поэтому к размеру мы не привязывались. С победителем мы согласуем отдельно размер. Пятое место. Пятое место. Это наша раскладушка ночь. Туристическая. Размер тоже мы согласуем с победителем. Шестое место. Так как это будет уже зима, декабрь. Это будет наш спальник 400-й. Довольно теплый, пышный. В обзорах, в фотографиях вы все увидите. И последнее, седьмое место. Это будет термосумка пикник в размере L, средняя. Ну, как бы мы не знаем, какой понадобится человеку, поэтому в размере L. Ее можно использовать как зимой, так и летом. Итак, но это еще не все, ребята. Все, кто прислал свои работы на конкурс, давайте образмерим. После 10 августа начнется отчет. Вы можете присылать, ну, буквально на следующий день после выхода видео. С 10 августа все участники получают 10% скидки. Скидки на заказ у нас в интернет-магазине. Да, заказ может быть, я не знаю, вы можете 1 единицу, можете 10 единиц заказать, разных там что-то, большой заказ сделать. 10% от заказа, но это одноразовая акция. Вот. Поэтому вы можете воспользоваться уже скидкой после того, как сняли обзор и прислали нам, не дожидаясь. А 7 победителей мы озвучим 15
декабря. Еще небольшое условие. Видеообзор должен быть не менее 2 минут. Там дальше смотрите. Это будет 3-5 минут. Но именно продукцию нашего изготовления. Так что, ребят, смотрите, участвуйте, подписывайтесь. Ну и как всегда, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока!